Коллеги, добрый вечер. Игорь Геннадьевич, я готов ответить на ваши вопросы по поводу сегодняшнего матча. Да, Владимир. Владимир Сапунов, 4 пера. Игорь Геннадьевич, два вопроса, если можно. Первый, вот, как я вашему коллеге задавал, за счет чего «Факел» смог перехватить инициативу во втором тайме, ну, выровнять игру, то уж точно. И второй вопрос со второй желтой карточкой из Персиан, как вы считаете, была, нет, когда отброс мяча был? Ну, по первому вопросу отвечу так, что мы в перерыве указали некоторым футболистам, что они правильно пересаживаются в оборону. Вот, с этим было много таких проблем в начале сезона. Вот, а по второй, в судейские дела не лезу. Просто я понимаю, там мяч в воздухе был. Вот посчитали, что он выше за пределы поля. Посчитали. Еще вопросы? Игорь Иванович, если можно, тоже два вопроса. Первый вопрос, когда к игре в стартовом составе будет готов Мертенс? И второй вопрос, после игры с «Зенитом» вы отдельный акцент сделали на том, что поговорите с тренером по стандартам. Довольны ли вы сегодня игра «Факела» по игре на стандартах? Ну, были опасные доставки у них. У них есть футболист, который хорошо доставляет мяч на площадку. Вот. Но если не пропустили со стандарт, то уже хорошо. А Мертенс? Мертенс, он долго восстанавливался после травмы. Вот. Но пока он через игры так набирает, мы так с ним общаемся, потому что максимум пока может тайм выдержать. Еще вопрос, я вижу. Гришин Виктор. Игорь Геннадьевич, поздравляю вас с первым набранным очком в сезоне. С неплохой игрой во втором тайме. Чего все-таки не хватило команде, чтобы дожать именитого соперника? Дожать мы же тоже готовимся к команде. Соперники там очень быстрые игроки. Вот, они за счет того, что вытягивают команду на свою половину и быстрые контратаки убегают. Поэтому нужно было все равно строго сыграть в обороне, чтобы не было таких уколов, как в футболе говорят. Но не хватило, может, везения. Там у Славы Кил момент был такой хороший. Но у соперника были моменты, тоже надо отдать должное. Где-то везение, как им, так и нам не хватило. Коллеги, если завершающий вопрос. Выбор нападающего был обусловлен тактикой или готовностью в отсутствии? Нет, чисто тактикой. Потому что мы на Павел всегда рассчитываем на его скорость. Хотели измотать немножко соперника, но по-любому больше. Как бы еще складывался в нашу пользу, в нашу мощь, он и раньше был еще вторым нападающим. Если еще один вопрос, давайте завершим. Ну, спортинфо, Игорь Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, как на ваш взгляд погодные условия сказались на результате и исходу? Я бы сказал, поле быстрое было, очень быстрое. Мы даже когда тренируемся, здесь такого поля нет. Поэтому ребята тоже привыкли, они привыкали, они после разминки сказали, что вот такого поля быстрого, как сегодня, не было. Всем спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Спасибо.